Мы всегда ждем весну. С ее теплом и солнечными лучами приходит вера, надежда, любовь. 8 марта мы спешим поздравить тех, кто по-настоящему нам дорог. Бабушку, маму, жену, доченьку. Милые женщины, вы смысл нашей жизни. Будьте любимы, будьте красивы, будьте счастливы, дарите улыбки и радуйтесь жизни каждый день. Праздником весны вас, милые женщины, сегодня, завтра и круглый год.